Вот все приходят со своими блендами, со своими марками, и при этом, купив фабрики, они купили, соответственно, марки, которые были разработаны табакпромом Украины, табакпромом Советского Союза, то есть эти марки, которые утверждены все. То есть каждая фабрика имела право выпускать эти марки. Соответственно, они покупали эти фабрики с этими марками. Но в этих марках всегда была рецептура наших табаков. Наших табаков. То есть это табаки, которые произрастали в странах СНГ. Потому что в советский период порядка выращивалось порядка 230 тысяч тонн и 150 в общем объеме 350-320 тысяч тонн общий объем Советского Союза, то остальное покупалось за границей. Индия брала чуть-чуть, Болгария, ну, что-то из стран брала, что-то из кап стран брала, в зависимости какие марки выпускали. Приходят новые компании, они пришли, купили фабрики, и, соответственно, они пришли, скупили с теми марками, которые они выпускали за границей. То есть, на чем они раскрутились, на чем они заработали эти капиталы. То есть, когда они приходят сюда, конечно, любая компания будет в первую очередь инициативу давать, это как бы закон рынка, своим маркам, на которых они, любая фирма хочет быстро заработать те деньги, которые она вложила. Но при этом есть марки, которые вы купили. Тут мы не претендуем именно присутствовать в Marlboro или присутствовать в Lucky Strike или присутствовать еще в каких-то марках, которых в принципе лицензионные марки, у которых есть какие-то мешки. Мы просто присутствуем, то есть просто претендуем присутствовать в тех фильтровых группах, которые были произведены в советское время и марки, которые продаются на сегодняшний день. И этих марок очень много. То есть, соответственно, почему я говорю вот именно фильтровые группы? Потому что это дорогой сегмент как бы продукции, один из дорогих. То есть он тоже есть, имеет минимальный предел, имеет максимальный предел. То есть, и мы вот претендуем, как бы, чтобы наши табаки попали как бы в более высокий сегмент, для того, чтобы фабрика имела возможность дать нам больше цену. Вот основной вот. Заключается, вот основной момент заключается в этом. И имея представление о том, что их блендеры нам говорят, что все хорошо, табак хороший, соответствует каким-то параметрам, допустим, иногда говорят, что very good, очень хорошо, очень хороший табак, очень хорошо курится. Но несмотря на это, цена сырья практически за 3 года она не выросла. Оно осталось, закупочная фабрик, цена, она выросла на 5 центов. Если мы увеличили на 35% закупку, то есть и стимулируем как-то еще и держим этих фермеров и вот частников, то фабрики очень скудно дают нам эти деньги. Мы очень долго торгуемся, но в итоге вот все равно как бы увеличение цен маленькое. Вы маленькое. Обращались с этой проблемой в нашу отраслевую ассоциацию «Укртютюн»? Вы знаете, я лично не обращался, вот как бы есть наработки у прежней команды в этом направлении. Вот Ривас Георгиевича, который давал интервью. И как бы я, насколько знаю, насколько я читаю прессу, то «Укртютюн» и эта отрасль вообще, которая, она более заинтересована в табачном бизнесе. Не в сырьевом бизнесе, а именно в сигаретном бизнесе. То есть там, где интересно, там, где есть доходы. Вот. Где можно вложить рубль, вытащить 25, 50, неважно, сколько там. То есть цифры назвать очень сложно, сколько там получается прибыли. Но здесь это как бы сельскохозяйственная отрасль, она более тяжелая. Это людские факторы, это фермеры, это рабочие, это люди. Социальные вопросы. И заниматься этим абсолютно никто не хочет, потому что это масса проблем. Ну хорошо, ладно, «Укртютюн», они в сигаретном бизнесе. А МинАПК, это же получается его родное детище. Я согласен, но в принципе на сегодняшний день ниоткуда у нас помощи нет. То есть то, что мы существуем, это существуем на голом энтузиазме. Мы существуем на том, что мы сокращаем, мы, имея возможность поднять, допустим, мы как на определенную сумму подняли на фабрике цену, да? Эту же сумму мы сразу добавляем еще что-то, то есть мы какую-то часть, конечно, ущемляем своих сотрудников и сразу отдаем фермеру. То есть это деньги, которые мы у них берем, транзитом отдаем сюда, чтобы
вот тот маленький островок, который еще остался в Украине, табачный, люди, которые выращивают, чтобы его как-то сохранить, чтобы его как-то ну, не утерять, потому что утерять это очень легко. А тем более табачные отрасли утерять очень легко, а восстановить его практически, я не знаю, как возможно. Тем более, если Украина интегрируется в Европу, если будут какие-то налоги одинаковые, практически и село практически, я скажу, что вымирает. То есть молодежь уезжает из села, потому что нету интереса, нету заработка. Вы понимаете, очень много вопросов, на которые надо рассматривать этим вот организациям глобальным, чтобы как-то найти рычаг удержать молодежь в селе. Вот найти рычаг как-то подумать, что дать фермеру для того, чтобы он выращивал это сырье, а не закупали мы его где-то за границей. Да. И еще один момент есть, да, пожалуйста. Я насколько знаю, существует, вернее, в Украине ассоциации там фермеров, там вот мясной промышленности, молочной, там да. Еще. Не было вообще вот у тех же производителей, наверняка и в том же Крыме были фермерские хозяйства, и в том же Закарпатье, это было еще каких-то 5-6 лет назад. Не возникало, да, вот идеи сделать собственную ассоциацию фермеров-табаководов? У нас же, практически у нас была ассоциация фермеров-табаководов, вот он был основан в 2000 году, мы проводили здесь съезд у себя и приглашали из стран СНГ, всех представителей, и кто занимается табачным, как бы, кто задействован в табачной отрасли, вот, руководители, соответственно. Вот, и что мы могли добиться в 2002 году, вот, благодаря вот какой-то вот деятельности, это квоты. Квоты. В общем, квота обязала, как бы, тогда производителей сигарет покупать украинский табак. И благодаря этой квоте еще как бы украинский табак продержался. Вот то, что он сюда дошел, практически он благодаря этой квоте продержался. Куда эта квота пропала? Но, вы знаете, в квоте не было, квота была несовершенна. То есть закон был несовершен. Фабрика, в принципе, наняв хороших адвокатов, могла полностью отойти от квоты, что и сделала GTI. GTI покупала всего лишь 20 тонн табака. И на этом говорила, что табак очень плохой, и у нас лицензионные марки. Сейчас. Ну хорошо, кроме лицензионных марок, каждая компания имела украинские бренды? Да. Ну, вы понимаете, имела, но компании... Да, то есть никто не регулировал тем, что, когда продавались, допустим, фабрики, никто не регулировал тем, что есть отрасль. То есть, как это было сделано, допустим, в Казахстане. В Казахстане, когда Филипп Моррис, я приведу пример просто элементарно, когда Филипп Моррис заявил о покупке табачной фабрики, значит, в Алма-Ате, тогда сразу же поставили вопрос о том, что, пожалуйста, покупайте, но отрасль табачную, которая у нас есть, не уничтожайте. И Филипп Моррис на сегодняшний день, это, конечно, большой плюс им, от мизерного объема довела объем за 4-5 лет до 13 тысяч тонн, до 15 порядка. Прилично. Да. Вот это сделала компания Philip Morris. Но как они это сделали? Они сделали это элементарно. Подняли цену сырья, очень прилично, закупочную цену. Они подняли его на порядок 1,60, то есть доллар 60. И минусом 10 центов, соответственно, по градациям определяли там 6 градаций. Вот. На сегодняшний день мы не можем сделать ни такую цену закупочную, ни такие градации. Потому что, сделав такие градации, мы не можем абсолютно... Во-первых, эти градации надо утвердить, чтобы они были соответствующими как бы, законами, стандартами. Вот. Мы не сможем дать такую цену. И в итоге все уничтожаем. Да. И в итоге мы работаем на советском ГОСТе, и при этом больше того, что компания сегодня может заплатить на закупки, мы не можем дать. И на полном энтузиазме. Да, полный энтузиазм. Абсолютно полный энтузиазм. И тут есть и одна из тоже важнейших проблем, что наша почему-то
вот табачная отрасль ферментационная, то есть ферментационная, она не вошла как сезонное предприятие по налогообложению, а, к сожалению, она вошла как обычное предприятие, то есть как вошло любой завод, который работает круглый год. По идее, в советское время еще, по-моему, люди, которые принимали законы, это люди не приехали сюда откуда-то из капиталистических стран. Это были те люди, которые здесь выросли, и они знали, что табачные ферментационные заводы работают всего лишь 6-7 месяцев в году. После 6-7 месяцев в году, практически после закончания закупки технологических процессов, заводы закрывались на сезон. Да. Сезонный... Или же завозилось, когда был Советский Союз, завозились табаки из других стран для того, чтобы... Так, ну, республик для того, чтобы табак, то есть не простаивал коллектив, чтобы людей не отпускать, вот в таком плане. Мы, к сожалению, хотим мы этого лет, 4-3 месяца практически мы не работаем, но мы обязаны ходить сдавать налог, то есть налог платить. Мы обязаны, мы не можем отпустить людей в сезон, то есть не в сезон, на 2 месяца домой. Вот есть какие-то очень много преград, которые нам тоже мешают экономически развиваться. Соответственно, мы принадлежим отчасти сельскохозяйственному бизнесу, да, и банковские проценты. Очень колоссальные, очень высокие. Мы платим очень большие банковские проценты. То же самое платит фермер. Фермер, когда берет кредит под табак, допустим, да, элементарно, то он платит порядка 20% в год. Да? При сегодняшних ценах это нереально, чтобы человек заплатил процентную ставку, налоги по зарплатам, все налоги, связанные с арендой землей, и все полностью налоги, и при этом что-то заработал. Да, ясно. Это я вот так чуть-чуть очень в общем да, рассказал. Ну вот проблемы. Еще одна очень важных моментов, что Россия на сегодняшний день как бы стратегию, ну, она никогда не делала на табачную серьезную стратегию. В Украине как бы она всегда сидела как бы не в стратегии в советское время, но все-таки производить 35-40 тысяч тонн, это немало было. Украина производила это. Это 10%, 12 даже процентов общего объема Советского Союза. И все страны ввели пошлину на ввоз импортного сырья, и Украина ввела минимальную пошлину. Да я просто это, когда, допустим, у американцев под 60% пошлина, у венгров под 40%, в Польше под 40%. А у нас? А в Украине там 1 евро, по-моему, ну, я должен уточнить, честно, но мне кажется, 1 евро на 1000, ну, там мизер. 1 цент на 1 килограмм получается. Нет. Да.